Дилемма родителей 21 века – отдавать ребенка в детский сад или же воспитывать дома? Есть ли детский сад – государственный или частный? Чем же обусловлен рост коммерческих детских центров? И стоит ли спрашивать ребенка при выборе дошкольного образования? Ассаляму алейкум ва рахматуллахи, дорогие телезрители! В эфире программа «Цена успеха» и с вами я, Лисан Бариева. Сегодня мы в гостях в детском центре с инновационным подходом воспитания детей у семьи Галимовых. Руслан Расихович, Нуршат Гендуловна, добрый день! Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея создания такого центра и почему основное место в этом центре занимает нейропсихология и логопедия? В детстве каждый мечтает стать пожарным, космонавтом, врачом, а я мечтала стать учителем. Стала я учителем английского языка, но полное удовлетворение своей работы я не получала. Искала, где можно удовлетворить свои потребности в работе. А потом я родила дочку. Уже когда родилась дочка, я начала искать именно такой центр, такой садик даже, скажем, где работает несколько специалистов вместе. Ну, скажем, тандеме. Психолог, воспитатель, няня и нейропсихолог, логопед. Ну, такого центра в нашем, как бы, в нашей столице, Казани, я не нашла. Потом я уже сама начала обучаться, обучилась на нейропсихолога, получила образование и начала практиковаться на своем ребенке. Я получила те результаты, которые я хотела, но я все равно оставалась для нее как мамой. Но хотелось отдать ребенка именно воспитатель, мама, психолог работали вместе. Вот я собрала единомышленников и решила открыть такой же центр уже самой, как бы мы решили с мужем это вместе сделать. Вот открыли центр, вынашивала эту идею 2 года, и в этом году мы открыли двери нашего центра. Вот так у нас получается, была проблема, да, решение этой проблемы вы на рынке не нашли, и вы решили сами предложить решение рынку. Руслан Расихович, подскажите, пожалуйста, а вот вы совместно ведете этот бизнес. Какую помощь оказываете вы своей жене в развитии этого центра? Как вы делите обязанности? Да? У вас разделены зоны ответственности. Как происходит работа в вашей команде? Ну, работа происходит, можно сказать, естественным образом. Почему мы решили открыть, на самом деле, это было не спонтанное решение. Ну, во-первых, у меня был опыт реализации подобных проектов, то есть я сам 10 лет в образовании и имею опыт запуска подобных центров образовательных, которые позволяют обучать детей именно дополнительно вне школы. Вот. Поэтому мы, может, собрались силами, все, конечно же, рассчитали, все продумали, расписали. Вот. Только после этого начали реализовывать уже на практике нашу идею. Супруга, она именно специалист в области образования и в своей сфере, в нейропсихологии. И поэтому она, скажет, можно сказать, закрывает экспертную часть, я закрываю часть организационную, там, ресурсную, так скажем, составляющую. Потому что сложности возникают, может возникнуть очень много, но все эти сложности решаемые. Но решаемые, опять же, они благодаря только опыту какому-то, да, потому что без опыта просто уйдет на самом деле больше сил, больше энергии, больше ресурсов, ну и больше времени. Вот. Согласна. А единственное, вот вы сказали, что вы все просчитали перед тем, как открыть этот центр, да? Но я вот как предприниматель могу сказать, что сколько бы ты ни просчитывал, все равно, выходя на рынок, ты сталкиваешься с какой-то проблемой, которая вот неожиданно появилась на пути. А какой была эта проблема, возможно, у вас, если сможете вспомнить, и как вы нашли решение, или, возможно, вы на этапе решения? Ну, как раз, если честно, я тоже занимаюсь предпринимательством, мы обучаем школьников предпринимательству, и на самом деле одна из главных проблем – это найти, предложить рынку то решение, которое будет востребовано, потому что у людей очень много идей, но они, возможно, им нравятся, самим, кто придумал эту идею, да, идейным создателем, так скажем, но она может быть неинтересна рынку. Вот на идеальный случай – тогда твоя идея, твое видение совпадает с тем, что, за что готовы люди, ну, как бы, как сказать,
платить или за что готовы, скажем, пользоваться твоими услугами, да, то есть, вот, поэтому очень важно как раз просчитать ту идею, которая будет, ну, реализована, потому что цифры, финансы тоже есть важны, если будут цифры и финансы, будет развитие этого центра, развитие этой идеи, соответственно, получит дальнейшую поддержку, а так как будет дальнейшая поддержка, и будет большое количество людей, которые будут пользоваться этими услугами, и, соответственно, ну, окажет пользу людям, обществу. Кстати, подытожу, дорогие телезрители, хотела бы сказать такую, дать такую рекомендацию для тех, кто действительно на этапе зарождения идей, что когда появилась у вас идея, обязательно посмотрите, изучите рынок, изучите конкурентов и изучите уже предложенные идеи и как они развиваются на этом рынке. Действительно, это очень важно, потому что, возможно, нам кажется, что идея, она уникальная, что еще никто не придумал, а есть ли вот на эту идею спрос, а порой забывает. Нуршат, я как мама хотела бы спросить, на что родители должны обратить внимание при выборе детского центра в плане оснащения самого центра? Что важно, что нужно ребенку, а что все-таки это больше маркетинговый ход? Угу. Ну, когда мы создавали свой центр, мы... Я вот как нейропсихолог, как логопед, как учитель даже, как мама подбирала... дизайнер таким способом, чтобы ребенку было комфортно, уютно, чтобы он почувствовал себя как дома. Во-первых. Во-вторых, когда ребенок попадает в эту среду, где мы вот создали, ну, открыли центр, попадает в эту среду, он, чтобы меньше сталкивался с цифровыми технологиями. Потому что у нас на сегодняшний день очень оснащен полный, ну, как бы мир. Мы выходим на улицу, там цифровые технологии. Домой приходим, у нас гаджеты. А ребенок уже до 7 лет вообще должен в меньшей степени прикасаться к гаджетами. Это дает полноценное развитие ребенку. Ребенок уже не получает готовый продукт. Например, открыл там картинку, уже не готова, а тут она в центре, она будет приходить, он воплощать свои фантазии, будет появляться у ребенка, рождаться новые идеи, новые, ну, как творческие стороны открываются. А когда уже ребенок меньше соприкасается, это дает больше толчок на то, что в ребенка, ну, раскрытие больше ребенка получается. Мы получаем большое раскрытие. И с другой стороны, но полезность... Просто отдавать ребенка поиграть, это тоже как бы, ну, своя, как сказать, ребенок должен получить в садике или в центре что-то полезное. Полезное не заключается только в игре. Да, игре можно подключить и обучение, игре можно и творческие занятия, и мелкую моторику. Но он еще плюс ко всему, он должен готовиться к взрослой жизни. Он идет в школу, он уже должен готовым пойти в школу. Вот, надо смотреть, чтобы ребенок полезный тоже получил от этого центра, от этого садика. А до какого возраста все-таки ребенок должен быть с мамой, да? А из какого уже можно искать центры и на какое время желательно оставлять детей? Ну, вообще, как специалист могу сказать, до 3 лет, ну, нежелательно отдавать ребенка, если он не готов. Мы смотрим, сюда приходит даже 2-летнего ребенка, 2 и 4, ну, разные возрасты, с 2 до 3 лет. Мы смотрим ребенка, если ребенок готов уже социализироваться, ребенку надо, есть потребность, ему надо дальнейшая ступенька развития уже социализироваться. Мы берем этого ребенка и уже дальше ведем его как нейропсихолог, логопед и воспитатель, как все вместе в команде работаем. Вот поэтому надо учитывать индивидуальность каждого ребенка. Некоторые дети даже в 5 лет не готовы отрываться от мамы. Это еще психологическая сторона есть, как бы ребенка и мамы. Там надо учитывать того, что мама сама готова отдать ребенка социализации или хочет только под своим крылом держать. Поэтому надо учитывать все нюансы. Надо смотреть каждого ребенка индивидуально. Спасибо. Руслан Расихович, подскажите, пожалуйста, какие каналы продвижения офлайн, онлайн вы используете при продвижении вашего центра? Ну, конечно же, сегодняшняя популярность социальных сетей, надо этим пользоваться, вот, поэтому
используем социальные сети для продвижения. Также у нас вот сейчас реализуем совместно с государством проекты. Mm-hmm. Вот, мы подаемся на грант, вот, потому что мы понимаем, что вот наши методики, вот, как бы по опыту тоже, мы, можно сказать, документами занимаемся в последнюю очередь, ну, там, какими-то разработками образовательных программ, каких-то авторских методик, так скажем, патентированием. И поэтому мы, на самом деле, сейчас уже забегая вперед, подаемся на грант, чтобы эта методика была, как бы, можно сказать, официально признанной. Да, вот. Поэтому вот сейчас подались документы и совместно работаем со школами, начинаем работать со школами и с детскими центрами, mm-hmm. образовательными учреждениями, потому что мы понимаем, что эта методика, этот подход, он важен каждому ребенку. А, ну, центров пока таких немного, но вот мы вот пока, можно сказать, одни из первых, кто именно в таком формате для любого ребенка запускать такой центр. Это, конечно же, пока для общества не совсем знакомо. Угу. И приходится это дообъяснять. И поэтому мы вот работаем и со школами, и через онлайн-сервисы. Но в первый раз, ну вот когда слышишь, что центр с нейропсихологом, да, бывает, проскальзывают такие мысли, что это, наверное, для особенных деток, да? Вот расскажите, пожалуйста, к вам же ходят здоровые детки, все-таки нейропсихология нужна всем, да, по вашему мнению? Да, я как нейропсихолог, ага. который уже практикующийся 3 года, у меня есть опыт, много детей. Вот через меня даже могу сказать, больше 100 детей прошли даже хотя бы элементарную диагностику. В своей жизни ребенок до 7 лет обязательно должен диагностику хотя бы раз пройти, угу. но посмотреть, какие функции у ребенка развиты, какие еще отстают, или какие-то уже к 7 годам там уже другие нюансы появились. Поэтому надо, учитывая все это, ребенок должен в 4 года пройти нейродиагностику. Это уже будет как бы на будущее, чтобы ребенок готовился к школе, как родителям уже куда направляться, куда смотреть, как ребенка направить. Вот следующий такой важный момент, когда ребенок идет в школу, уже 8-9 лет, у него уже появляются свои проблемы в школе у многих детей. По статистике, по медицинской статистике Минздрава, 85% здоровых детей, которые мы считаем здоровыми, внешне они ходят нормально, разговаривают, они тоже как бы нуждаются в нейропсихологической помощи, чтобы ребенку в дальнейшем была полноценная жизнь, была она здоровая, чтобы у ребенка не было проблем в школе. Во втором классе у ребенка появляются такие нарушения, как дислексия, дисграфия. Это последствия периода до 7 лет. Вот у ребенка были какие-то моменты упущены, и ребенок он не получил в развитии своем. И получается уже в дальнейшем это как комочек может будет набираться у ребенка проблемы, так скажем. И, в принципе, учитывая то, что вы, ну, на рынке первые, да, вот у нас в Татарстане, это ведь говорит о том, что действительно многие родители не знают даже про то, что как важно сходить на диагностику нейропсихологу. Это, в принципе, усложняет продвижение этого дела. И, наверное, задам тогда такой вопрос. Какие агитационные, да, мероприятия вы планируете проводить? Мне кажется, в вашем случае нужно кричать, нужно говорить о том, что это важно, это нужно, этого не нужно бояться, да, чтобы вовремя отследить какие-то моменты. Один из первых этапов, это мы говорили про грант, то есть мы подаемся как раз на грант с целью донесения до большого количества людей через школы, через садики, вот именно как, ну, через бесплатный контент при поддержке государственных, конечно, партнеров вот, наших, да, мы могли бы это все распространить бесплатно. Вот, и распространяя бесплатно, конечно же, это получит больший доступ и большую информированность для нашего населения. Таким образом, ну, тем больше людей об этом узнает, тем больше, может, таких центров еще откроется, и эта помощь будет, ну, кстати, на сегодняшнему поколению, которое, ну, остро в этом нуждается, которое подтверждает цифры. Здорово. Какие цели вы ставите для вашего центра в ближайшие 5-10 лет? Ставите ли вы такие долгосрочные цели? Да, конечно, мы ставим долгосрочно, потому что на сегодняшний день растет то поколение, которое нуждается в помощи нейропсихолога. Таких центров хотелось бы больше, чтобы их количество больше было, чтобы доступнее было. Каждый ребенок, каждая мама, каждый родитель, чтобы использовал услугу нейропсихолога и логопеда, чтобы он до 7 лет успел получить то полноценное, которое будет сопровождать его в будущей жизни.
Поэтому у нас есть не только в Казани, есть партнеры, которые уже из других регионов хотят. Да, у нас уже звонят из Москвы, вот, Екатеринбурга, то есть уже просят. Но мы пока не торопимся это делать, потому что мы хотим, чтобы она была, ну, как бы, ну, комплексная. Поэтому мы вот сейчас работаем над методикой программы, очень скрупулезно прорабатываем все занятия. Мы хотим, чтобы это был полноценный, качественный продукт, и только после этого будем уже рассматривать вопрос реализации, масштабирования партнерства. Дорогие телезрители, когда Нушат Гендуловна рассказывала про свои цели, у нее подступал комок к горлу. Это очень волнительно. Я бы тоже хотела, чтобы каждый из вас, когда продвигает свои идеи, испытывал эти приятные чувства. И как бизнес-тренер порекомендовала бы, обязательно ставьте долгосрочные цели. Потому что, когда ты видишь, куда ты идешь, ты понимаешь, что каждый день ты должен делать маленькие шаги. И видя долгосрочную цель, ты уже прописываешь стратегию, ты уже прописываешь свои задачи и шаги к этой цели. Нушат Гендуловна, как вы считаете, какой идеальный режим для ребенка центра Олив? И не только в центре, а вот и дома. То есть идеальный ребенок, по мнению Олив. Идеальный ребенок, для каждой мамы свой ребенок идеальный. Mm-hmm. Но идеальный режим, я могу сказать, идеальный режим, это так должно быть, что ребенок до определенного возраста, с рождения до определенного возраста с мамой, mm-hmm. должен быть, после определенного возраста у ребенка есть потребности социализироваться. Не просто социализироваться, а получить оттуда полезности. Mm-hmm. Мама всегда остается мамой, а вот специалисты, они всегда нужны. Вот, поэтому у нас клуб неполного дня на сегодняшний день работает. Для чего? Это даже не полный садик, а ребенок приходит сюда, мы с ребенком играем. Во время игры мы изучаем ребенка, какие у нее могут быть в дальнейшем, даже не скажем, проблемы. Что есть, что скорректировать, да? Да, что как помочь ребенку, чтобы в дальнейшем у него не были проблемы, так скажем. На сегодняшний день у него нет их проблем. Вот, поэтому важно, чтобы после обеда, например, у нас уже все, мама забирает, там должна быть тесная связь с мамой. Он должен оставаться до 7 лет. После 7 лет он уже во взрослую жизнь переступает. Там школа начинается, там уже самостоятельность, там уже мама меньше, все меньше будет как бы с ребенком проводить время. Вот поэтому важно до 7 лет, чтобы развивался ребенок, мозг ребенка, он получал гормоны полностью, он должен быть с мамой рядом, но в то же время социализируется. Вот поэтому у нас есть, ну как бы я как нейропсихолог, логопед, как мама, как педагог скажу, у ребенка до 7 лет должен быть вот такой режим. С утра он идет в садик, так скажем, любимое занятие заниматься, там рисовать, это лепка, а потом уже с мамой идет поспать, покушать, и дальше уже у них свои занятия должны быть, свои полноценное времяпровождение, чтобы комплексно у ребенка шло все. Угу. Руслан Расихович, как вы понимаете бизнес в исламе, и чем он отличается просто от бизнеса, и что вы вкладываете в понятие халяль именно в вашем бизнесе? Ну, во-первых, это самое главное отношение к своему делу или тому делу, которым ты занимаешься. Uh-huh. Вот. Во-вторых, это, можно сказать, намерение того, что ты делаешь. Uh-huh. То есть, создавая любое дело, то есть вот этот проект, например, мы, конечно же, хотели донести пользу людям, чтобы люди получили максимальную, эффективную, может быть, пользу, которая позволит ребятам, детям, взрослым родителям развиваться, правильно получать воспитание, гармоничное развитие. Вот. Поэтому самая главная цель – это создание таких условий. Второе – это, конечно же, чтобы те услуги, которые мы оказывали, максимально были качественными. Мы работаем постоянно над качеством. Mm-hmm. Да, идеально никогда не бывает, но надо как бы взять ответственность за это и постоянно этим заниматься, вести, постоянно можно сказать, регулировать вопросы, решать вопросы. И на самом деле такое отношение, когда у тебя есть ответственность, и ты с этой ответственностью относишься и занимаешься своим любимым делом, мне кажется, это как раз это и хобби, и счастье, и, соответственно, какой-то заработок, да, который позволит твою семью финансово благополучно содержать. Угу, спасибо большое. Нушат Гендуловна, нас смотрит очень много женщин, и я хотела бы задать такой вопрос. Что бы вы порекомендовали девушке, которая только думает о том, чтобы начать свое дело?
да, вот как женщине? Ну, самое первое должно быть мотивация, желание. Следующий момент – экспертность должно быть у человека. Если ты открываешь бизнес, но ты в этом деле должен разбираться уже на все 100%. Это точно. Ну, 99, ладно, 1% можно исключить. Второе – это поддержка должно быть. Поддержка должно быть со стороны семьи. Если не поддерживает муж, это, наверное, очень самое тяжелое. Вот в моем вопросе меня муж полностью поддержал. И как бы легче было реализовать вот все моменты, и вот. А больше вот, ну, как бы дальше от человека зависит. Смелость должен быть, смелость. Человек смелым должен быть. Решите, а если все же никто не поддерживает, вот как нейропсихолог даже, да? А, или стоит ли продолжать говорить о своей идее, да, близким? И как это тогда делать, если, ну, окружение не поддерживает, а ты понимаешь, что ты экспертна, и ты хочешь в этом направлении развиваться? Близким говорить я бы не сказала, там стоит того, что они помогут вам открыть, но обязательно, если вы уже решили, если вы хотите, желание должно сидеть внутри. Но есть некоторые моменты, это установки, наши установки. Мы боимся, мы там, нам поставили, что много получишь, ничего, много хочешь, ничего не получишь. Вот эти все установки надо убрать. Это установки тоже будет мешать человеку. Но потом собраться духом, но все равно семейный совет, я считаю, это важно. Если девушка уже как бы в браке, обязательно со стороны мужа должно быть какое-нибудь одобрение. Да. Вот. Без этого как бы тяжело будет идти, потому что там свои нюансы открываются, там уже помощь нужна будет. Другой стороны, может быть, даже не материальной, а поддержка уже моральной стороны и с воспитанием детей. Поэтому надо обязательно, чтобы было это согласовано. Вот. Мне кажется, если строить бизнес сопротивление, да, со своей семьей, наверное, очень много энергии будет уходить только на это сопротивление. Да. Ну, свои могу дополнить еще стороны. В этом плане нужно не бояться, на самом деле, говорить об этой идее, потому что многие люди, вот у них есть идея, они просто об этом молчат и сами по себе ходят и думают. То есть и боятся то ли рассказать, боятся, чтобы не украли идею. На самом деле это один из, как бы, страхов от человека при начале какого-то своего дела. Вот. Поэтому надо, на самом деле, не бояться и максимально с большим количеством экспертов, которые в этом разбираются, советоваться, общаться, потому что таким образом твоя идея будет, она еще улучшаться, потому что та идея, которую ты изначально думаешь, она может быть в реальной реализации, чтобы она эффективно реализовалась, может быть совсем уже другой. Вот. И поэтому важно общаться, делиться с другими, советоваться и развивать ее. Вот. И тогда не бояться потом принимать решения, все просчитывать. Конечно же, цифры важны, надо уметь считать, любить считать, потому что это важно при планировании бизнеса. Не может быть спонтанного решения. То есть слишком рискованное дело, оно тоже повлечет и большие риски, а возможные потери. То есть вот это надо в любом случае просчитывать. Но бояться ничего не надо. То есть боязнь – это от незнания. Поэтому нужно развиваться, получать знания и идти вперед. А тогда у меня такой вопрос к вам. Если человек первый раз без опыта начинает свое дело, можно ли ему брать деньги в долг? Вот что вы сказали бы? Потому что очень многие совершают вот этот шаг. Ну, если честно, один из навыков, ну, может, современного человека – это быть финансово грамотным. Хотя, согласен, но этому знанию, ну, нас мало где учат, вот, и в современном, даже в школе, в рамках экономики это не дается в том ключе, который необходим вот каждому современному человеку. Поэтому важно уметь правильно распределять финансы. Ну, например, даже простой пример. То есть на какие-то новые идеи надо направлять 20% своего бюджета. Ну, есть такая вот определенная статистика. Вот. И, соответственно, конечно же, никогда не надо начинать на последние деньги. Это самое, наверное, безумное и самое рискованное решение. Вот. То есть они должны быть, даже если какой-то риск человек принимает, они должны чем-то быть закреплены. Ну, например, ты открываешь свой бизнес, там, например, по выпеканию тортов. У тебя должна быть, как бы, не знаю, то есть хотя бы экспертность, ты умеешь реально это готовить, или у тебя уже есть подручные материалы, то есть тебе не надо будет закупать. То есть надо вот все эти моменты просчитывать, анализировать. Я говорю, то есть это в любом случае просчет,
хорошая как бы подготовка самой идеи. Потому что сама идея, она, например, в наших головах, вот мы открывали вот наш детский развивающий центр, об этой проблематике недостаточное количество людей знает. Mm-hmm. И надо уметь донести эту идею. Да. Это одна из даже самых главных этапов реализации своей идеи, это смысловая упаковка твоего проекта. То есть важно сформулировать такие слова вкратце, которые стали бы понятны всем. Но это быть надо мастером слова. Да. Вот это не все обладают искусством, можно сказать, и мастерством слова, да, то есть мастерством объяснить все это кратко. Поэтому надо этому учиться. Мы этому учимся, мы над этим работаем. И, соответственно, когда человек над этим работает, я сам склонен к тому, человек, когда будет заниматься своим делом и этому нравится, он в любом случае станет в этом профессионалом. Как вы набираете команду, да, к сотрудников? Что важно при выборе сотрудника? И большая ли у вас команда вот на данном этапе? На сегодняшний день у нас небольшая команда, но самый первый критерий – это должно быть у человека любовь к детям. Так как у нас детский центр, любовь к ребенку, не только своему, вот окружающему. Они все наши дети, это все наше будущее. Второй момент – это профессионал должен быть своего дела, у него должна быть мотивация. Он не должен сидеть на одном месте, он должен развиваться. Человек должен развиваться. Если он пришел в этой области, все. Вот получается таких три основных: мотивация, любовь к детям, это самое важное, и человек профессионал своего дела. Ну и важно, когда мы создавали, то есть у нас сейчас примерно 6 сотрудников, которые работают с нами постоянно, и 4 сотрудника, которые работают приглашенно, так скажем, отдельно, потому что у нас есть кружки тоже. При этом очень важен менеджмент, то есть важен эффективный менеджмент, чтобы работа, которую или твоя концепция, которая у тебя в голове, доходила, доносилась и еще и сотрудниками до наших клиентов, до наших детей, до наших родителей. И важно участие всех людей, команды в едином ключе. Вот это очень важно. А как вы доносите им, да? То есть какие-то совещания проводите, мозговые штурмы? Как это у вас происходит на практике? Изначально, на самом деле, даже при подборе людей, мы даже при открытии этого центра, мы уже, на самом деле, для нас было важным набор сотрудников, особенно первых людей, кто будет транслировать и быть основным, то скажем, звеном. Основное звено – это кто непосредственно работает с детьми. Потому что для родителей важно при выборе центра не только концепция центра, а также важно, кто будет работать, сам воспитатель, сам человек, сам педагог, и важно, какой он. Поэтому мы изначально уже подбирали, при открытии центра уже думали, кого добрать, чтобы он подходил и к нашей концепции, и в то же время сам бы готов внести свою составляющую, свою полезность. А как вы ведете работу с родителями, с обратной связью от родителей? И следом такой вопрос. Вот сама замечала, вроде бы вот идешь в центр, да, хорошие намерения, идеи, но преподаватели, они любят детей, но этот менталитет, установки, они в речи проскальзывают. Нуршат Гиндуловна, вы как руководитель этого центра, как отслеживаете этот момент? Мне кажется, при отборе это сразу можно понять, или же в процессе вы ведете, сталкивались, возможно, с этим? Если нет, вот расскажите, пожалуйста, про свой опыт. Работа с родителями, у нас работает психолог. Ага. У нас все ведется работа, совместно родитель, психолог, нейропсихолог и воспитатель. Поэтому родитель, любой мам вопрос может задавать. Мы можем подойти уже с родителем непосредственно отдельную уже беседу вести насчет ребенка, насчет дальше как продвигаться. Может даже это своего рода дорожная карта, что как дальше развивать ребенка. Я как специалист предлагаю, мама как мама. Воспитатель уже увидел у ребенка какие-то способности, вот эти все моменты, там уже подключается воспитатель, а еще психолог. Психолог больше работает с родителями, потому что это важно, чтобы направить маму или там родителя, папу в том русле, чтобы ребенок развивался правильно. Но насчет установки я хочу сказать.
В нашем центре есть такой момент, что ребенок должен, мы придерживаемся концепции, ребенок должен свободно развиваться. Это не означает, что ребенок должен везде лазить. Нет, какое-то ограничение есть, если он безопасность как бы несет на жизнь. Вот эти все моменты должны учитывать. А если у ребенка есть желание, например, рисовать, а не читать, да, мы даем ребенку свободу выбора, потому что у человека должна быть свобода выбора. Как в обычных садиках, вот, что мне не совсем как бы приятно, что там ставят установки уже в маленького возраста. Да, может быть, не мама, папа, а вот в садике уже. Это вот очень важно, учитывать того, что мы не должны ребенку установки. Ребенок уже дан, да, мы должны направить просто ребенка. Он имеет право выбирать. Он уже взрослый личность. Мы даже так должны смотреть, даже он трехлетний. Он уже многие вещи, не многие, а все вещи понимает. В своем как бы в детском возрасте понимает вещи, взрослые вещи, даже так скажем. У него есть свое понимание. Вот поэтому мы работаем в тандеме, как бы со всеми специалистами. Получается, у нас это такая комплексная работа. Но насчет психолога, что я могу сказать, он уже непосредственно родителей направляет, потому что родители тоже любят у нас, мы любим установки ставить. Ну, как бы у нас, потому что они как бы уже идут. Мы уже просто ребенку это делаем, копируем просто. Поэтому это важно, чтобы ребенок, он был личностью, у него были свои, свое видение на этот мир. В своей работе мы также используем разные методики, чтобы развивать ребенка правильно. У нас, почему я говорю разные, придерживаться одной методики, это как бы сужает работу с ребенком, и там хочешь не хочешь уже какие-то установки, вот все моменты пойдут. Поэтому где что есть полезно, где хорошее есть, мы уже отбираем индивидуально, с каким ребенком мы занимаемся и с какой группой мы занимаемся детей. Поэтому это важно, да. Стараемся под каждого, потому что у ребенка есть способности вот на это. Значит, надо брать творческие моменты больше у ребенка, а у ребенка вот этого не хватает, значит, мы тоже с другой стороны должны. Да. Поэтому это должно все в совокупности. В концепции у нас это все заложено, как бы мы работаем, пробуем, если какие-то моменты возникают, заново другие методики пробуем, как бы это приветствуется, вот эти все моменты, что мы разные методики пользуемся. Да, мне кажется, здесь действительно очень важно выстраивать доверительные отношения с родителями, чтобы они понимали, потому что родителям как удобно же, когда есть четкий план, четкая методика, и по ней занимается, а в этом случае довериться вам, довериться этой гибкой системе. И знаете, традиционный вопрос нашей программы, а какова же цена успеха, а вот цена вашего успеха? Приходится ли вам чем-то жертвовать? Так скажем, время, конечно, самое большое, но разные ситуации бывают. Но так как у нас семейный бизнес, мы вместе работаем, у нас в тандеме все получается, мы можем и дома продолжить обсуждение этой темы, мы можем и тут обсуждать. Как бы получается, в семейных каких-то этих мы не жертвуем. Ну, в меньшей степени получается. Да. И ребенок у нас, так как у нас детский центр, она тут развивается, она тут обучается, она тут все получает то, что мы запланировали, и специально для нее даже, можно сказать, самое изначальное было, когда искали центр. Вот. Время, это пока данный момент время. Вот для меня это, пока мы стартуем только, это, наверное, и ресурсы. А все же задам такой вопрос. Вот вы все время вместе, да, вместе строите бизнес, дети здесь. Вот вы сказали, что и дома порой обсуждаете вопросы. А все же, вот как женщине, нужно ли выкраивать это время только для себя? И как с этим справляетесь вы? Конечно, как женщина. Женщина всегда должна оставаться женщиной. Как бы у нее должно быть определенное время, место, где она должна быть, где она должна за собой ухаживать. Это как бы по умолчанию остается. У нас, да, есть такое время, которое мама занимается вот своими делами только. С собой. Да. Не своими делами, а с собой. Да. А мужчина? Мужчина тоже, я думаю, имеет право на собственное время. Как с этим у вас? Если честно, при запуске такой, может, даже смешной момент есть, что меня сейчас даже дома начали понимать, почему я задерживаюсь на работе. Да. Вот. Поэтому в этом плане даже
мне даже стало как-то в этом плане психологически даже легче. А, когда уже вдвоем, да, в работе? Да, мы, потому что в работе вдвоем мы все это продумываем, и это на самом деле даже дается намного легче, легче, потому что, ну и, конечно же, опыт. Опыт – это очень тоже важно, потому что если бы мы стартовали, это, можно сказать, сперва, только-только вот окунувшись в эту тему, конечно же, было бы намного тяжелее, потому что у нас уже есть какой-то наработанный партнер, наработанный какой-то опыт взаимодействия, наработанные ресурсы, ну и вообще просто опыт образования, конечно же, ну, дает нам определенные, можно сказать, плюсы, которые позволяют нам двигаться быстрее, развиваться быстрее, тратить меньше усилий, меньше ресурсов тратить. То есть поэтому в этом плане нам немного легче, но, конечно же, в любом случае на это уходит много энергии, сил, да, времени. Но это стоит того, потому что, мне кажется, каждый человек должен, ну, этому способствовать и стараться сделать что-то хорошее. Вот. Да, это девиз даже вот как нашей семьи. Сделать полезное, хорошее побольше в этой жизни, как успеть. Потому что мы закладываем на будущее. Ребенок – это наше будущее. Дети – наше будущее. Поэтому у нас детский центр «Лив» в сопровождении нейропсихолога и логопеда, которые уже закладывают все эти моменты. Наршат Гендуловна, Руслан Расихович, выражаю вам огромную благодарность за ваше гостеприимство и за приятный разговор. Желаю вам больших успехов в таком непростом деле. Сегодня мы были в гостях в детском развивающем центре «Олив» у семьи Галимовых. Какова же цена успеха этой семьи? Конечно же, это то время, которое они посвящают этому делу. Но что же они получают взамен? Возможность внести свой вклад в воспитание здорового ребенка, здорового населения. Спасибо вам огромное за то, что были с нами. До новых встреч. Программа «Цена успеха».